Говоря о доступности жилья, Валентин Костюков подчеркнул, что рынок недвижимости должен быть разнообразен и удовлетворять любой спрос. Наша задача с тем, чтобы развивалось и дорогое жилье, и очень красивое жилье, построенное вот на набережной Садиса. Красиво же, что говорить. Ничего не скажешь. Очень продуманно, красиво. Но, к сожалению, молодой человек, имея семью, имея там ребятишек, вот не в силу купить эти дела. Люди посостоятельные, такие тоже в Сарове есть, могут купить такое жилье. Оно должно быть и такое, и, так сказать, прагматичное, более дешевое, чтобы можно было реализовать. ВНЕФ продолжает программу поддержки молодых специалистов. Социальная программа предприятия предусматривает компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам. Также ВНЕФ выступает гарантом при заключении кредитных договоров. Ежегодно это обходится ВНЕФу, значит, прямо по процентной ставке больше 70 миллионов, а по залоговым частям сейчас на уровне почти 1,7 миллиарда рублей этих тех, так сказать, вещей, которые мы тратим на создание определенных гарантий, связанных с застройкой. Но без этого нельзя. Мы должны думать, что молодые люди, приехав сюда, они должны иметь и нормальное общежитие, и нормальное, так сказать, создав семью, иметь возможность купить ее в рассрочку, и при этом еще и вести хороший, такой, ну, достойный образ жизни, который бы давал им возможность и детей воспитывать, и питаться нормально, и отдыхать, и так далее. Вот это ключевые такие моменты, которые всегда будут общество волновать. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Компания «Саров Инвест» в рамках совместной акции с банком «ВТБ-24» сообщает о запуске новой ипотечной программы со сниженной ставкой от 5,25% на весь период кредитования. Подробности в отделе продаж «Саров Инвест» ТЦ «Атом», 5 этаж, или по телефону 671-17. Размер ставки зависит от характеристик объекта и параметров кредитования.